И всем хеллоу, с вами Лукино, и сегодня вы, как поняли по названию ролика, мы сегодня будем играть в Chicken Gun и будем притворяться Журой 24К. Некоторые знают его, а некоторые нет. Но я знаю, кто не знает, еще и Дэн 19К. Вот, кстати, я написал уже сервер, сейчас я хочу на него зайти. Жура 24К. Геймер. А ты чё за шупакаврик? Посмотрите. Ай, что происходит? Какая кура, дурак? Нет, это не та кура. Да-да-да. Эти вот... Да ты... Ишь ты, Ярик. Фигарик. Прикольно, ты мне верит. Короче, вчера... И, короче, кто? Короче, вчера я делал... Я просто думал, что мне никто не поверит, короче. Сейчас расскажу. Вчера я играл в Chicken Gun и решил притвориться Журой. Ой. Я притворился Журой, и вчера какой-то день 19К, вот вы видите его ник, только он наоборот должен быть. Вот, красненьким Дэна, 19К синеньким. Вот как-то так, короче. И он мне сказал, что типа я фейк, что-то у меня желтое имя, что-то вообще, что-то непонятно вообще. А! Я вообще шучу. От него вообще не... Да... Как? Подожди. Артём 26К. А где хакер? Где хакер? Ой. Хакер пошел. Ну все, это сразу понятно, что это фейк, потому что настоящий Дэн бы не написал так. Вот по... А по-ш-ё. Пошёл. А там как-то это не знаю. Но это сразу фейк, говорю уже. Ну, в принципе... Ну, это тоже фейк. Да что происходит вообще, я не пойму. Не удивляйся, что у меня такое, потому что мой визайн это долбанный, все жирает к чертам собачьим. Дэн. Чё, у меня калаши есть, у меня эта пушка есть, у меня вообще все оружки есть, только, правда, уровень низкий. Вот он, кусяед проклятый. Не понял. Дэн, ты не того сей. Прикол. Прикол, да. Тупой Дэн. Тупой Дэн, блин. Ой, что происходит? Они сами, наверное, не видят. Я сейчас неудобно писать крайне, потому что я пытаюсь не закрывать микрофон. Я сейчас, в принципе, могу наушники подключить, но сто пудов... Во. Да блин, вот что происходит иногда. Кстати, я хотела еще сказать про обнову. Кстати,
Я еще, если честно, я ее еще и не видел даже. Посмотрим. А где? Что-то я не знаю вообще. Я не знаю, там, а где лестница, там, не знаю. Если что, вот скрин. Ну вот, вы посмотрели, скрин у меня выбросила! Как же бесит это! Дэн... Дэнни Носка. Привет всем. Эй! Где мотик? А, прикол. Мотик был всё. Кура! Ты не настоящий! Ты в курсе? Если он меня сейчас убьет, я снайп возьму. Это часто. Жура, Гугу. Гугу. Если у меня сейчас... Алло, охайо. Ярик, ты чё такой прозрачный? Ты чё такой прозрачный, серьезно? У меня, кстати, такие же сапоги. Вот, кто не понял, вот так вот я выгляжу. Да-да. Окей. Хочешь прикол? Он тебе скажет обыкновенно, что... И чё? Прикол. Если честно, я ненавижу игру в кальмара. Наиграл один раз в Роблоксе. Ну, как-то... Ты засранец. Засранец. Ой. Да ничего страшного. Кто мне стреляет? Я все. Вы меня накалили. Снайпу беру и всех мотаю. И чё? Короче, ты меня заколебал. Да уж, какой-то скучный. Скучный какой-то мирок. Давайте напишем жу. Давайте
Блин, прям солнце светит в глаза. Город. Если, допустим, в сэндбокс. Эй! Дом профессора. Что-то там происходит, не пойму. Что-то как-то загну. Так, я не понял. Что вообще дома здесь творится-то, Екламане? Кыш, отсюда, ты здесь не мех. Так, что в микроволновке есть? Что в микроволновке твоему? А не ты, блин. И тоже не ты, блин. Засунь свое яйцо, чувак, чичи, и все, и отстанет меня. Какой магазин тебе открыт? Какой старый яйц? Какой давай, вы что, совсем уже добанулись? Здрасте. А где? Кто куда? Допустим. А в смысле, а какой дом-то еще? О каком доме идет речь-то? Блин! Так. Могу сказать одно. Где помидор? А где мой день? А, вон там что? Чикало манем. Сейчас доплывем и долетим. Ничего страшного. Все, авария произошла. Ой. Что так спрятали то дверь, что и некуда. Прикол. Ну что? Что происходит? Все, вот. Да за что вы меня кекаете, дебилы? Я вам сдаю, короче, вот этот кассовый аппарат твою мусь. Вот эту камеру можно купить. Эту камеру можно купить. Да за что вы меня кикаете, да? Пошёл ты нафиг. Я арбуз мой. Арбуз, ты со мной поедешь, я смотрю. Да куда ты покатился? Помидорчик, блин. Дыщ. А я такие...
Вы надолбали меня кикать! Куда идем, чего несем? На-на-на. Слушайте, вам в глаз или попу раз, а? И еще арбуз улетел. Куда там покатились? Да, не знаю. Это уже точно не я. Чем бы его придавить-то? Я знаю, чем его придавить-то. Берем вот эту скорую. Все. Ты свободен. Где магазин? Да они виновны в системе, блин, гады. Гады-пригады. Сколько я уже записываю? 20 минут, да вы что, с ума сошли? Вроде только видео начал. Где сегодня пучка? Это реально, я не прикалываюсь. Божура, ломай, давай за... Я потому что не знаю, какой стены эту твою мусь заделывать. Слушайте, вы задолбали меня кикать уже, серьезно. Серьезно. Да идите в баню. Короче... На этом, наверное, буду заканчивать, наверное, потому что, наверное, завтра или послезавтра выйдет продолжение. Я правда не знаю, когда только, но а может. Ну, короче, поставьте лайк, подпишитесь, пожалуйста. Ну, а с вами был я, всем хеллоу, с вами Локи, ну, всем пока.